Ученицам младших и особенно старших классов категорически запрещается появляться на вокзале. Категорически запрещается появляться на вокзале. Особенно в часы, когда проходит дизель-электропоезд. Дизель-электропоезд. Железная дисциплина на железной дороге. Провода не трогай, камни на рельсы не клади, дорогу переходи в положенном месте, убедившись, что поезда нет. О правилах безопасности на путях работники железной дороги рассказали ученикам 174-й школы. Дети, уверяют, информацию усвоили. У моей лучшей подружки, вот, и, ну, я же тут не была, она в другом, ну, в другой школе учится, и я ей скажу, что так, ну, обязательно делать, ну, нельзя, и в наушниках тоже нельзя ходить. И ходить дорогу железную без взрослых. И вообще нельзя на железные пути заходить, ну, через полоску, через красную. Летние каникулы – сезон повышенной опасности. Дети нередко остаются без присмотра и отправляются гулять в поисках приключений, в том числе на железнодорожные пути. Предотвратить несчастные случаи призваны открытые уроки. Простым языком с помощью забавных мультфильмов сотрудники железной дороги рассказывают детям, как избежать опасности. Дети начальных школ более тщательно, более внимательно слушают всю поступающую информацию, как бы происходит взаимообратная связь, при которой они все-таки рассказывают, что можно делать, что нельзя. Более взрослый уже возраст детей, они относятся к этому более лояльно. Я взрослый, я все знаю, я все умею, со мной никогда этого не случится. Работа со школьниками уже показывает свою эффективность. На общероссийском фоне самарская статистика не так печальна. В прошлом году на железной дороге произошло 3 несчастных случая. В 2 из них погибли несколько ребят. С начала текущего года несчастных случаев не было. Мария Сидорова, Сергей Баскин. События.